Пожалуй, самое бесценное в этой жизни – счастливые глаза детей. В этом уверены игроки одной из самых успешных команд Нижегородской ночной хоккейной лиги «Таганка». Они вместе с друзьями из других клубов ННХЛ и нескольких организаций собрали больше 40 тысяч рублей, чтобы на эти деньги подарить новогоднее настроение воспитанникам Нижегородской коррекционной школы-интерната номер 8. Но подарки подарками, а главным событием того дня стал хоккейный матч на открытой коробке между «Таганкой» и командой интерната «Комета». Заметим, что хоккейную секцию здесь ведет игрок команды «Русская тройка» Валерий Ануфриев. Именно он открыл для местных ребят хоккей. И он, как никто, знает, сколько радости может принести им подобный праздник. Узнав об этом, ребята очень готовились серьезно. И тренировались, и форму свою там подшивали, чинили, в общем-то. Шайбу забросили. Серьезно была подготовка. Очень здорово ждали это все. Многодневные тренировки не прошли даром. Команда школы-интерната победила 9-7. «Таганка» же сумела взять реванш в серии буллитов 5-4. Но снова повторимся, не счет тут главное. Светящиеся от спортивного азарта и от предвкушения подарков в глаза этих подростков – вот главный показатель. А подарков, кстати, было много. На собранные деньги благотворители-хоккеисты купили хоккейную амуницию и клюшки. А друзья ночной хоккейной лиги организовали сладкий стол. Достойный пример для подражания. Кстати, до Нового года еще есть время. И у нас с вами еще есть возможность подарить кому-то немного новогоднего настроения и новогоднего чуда.